сорт перца хабанера. Это хабанера ивори. Переводится как цвет слоновой кости. Вот такой вот он уже спелым. Вот еще только-только начинает принимать кремовый вид, то есть кремовый цвет. Такие вот маленькие перчики. Острота этого перца от 100 до 300 тысяч единиц по шкале Шковеля. Эти плоды имеют фруктовый аромат. Высота кустика где-то 40, от 40 до 50 сантиметров. Срок созревания 75-90 дней. Это очень высокоурожайный сорт с очень большим количеством перцев. Если посмотрите, у меня тут, смотрите, сколько их тут, просто мать мущая висит. Очень-очень много. Довольно острый перец и очень вкусный. Вот, смотрите, сколько. Я же говорил, уже у него фруктовый аромат. Вот на одной веточке какое количество перцев. Вот еще одни. В общем, большое количество перца. Очень ароматный. Его можно выращивать как в открытом грунте. Но обязательно надо притенять. Либо в комнатных условиях. Горшочки. Это растение многолетнее. Так что можно выращивать его круглый год. Перец очень-очень острый, сразу предупреждаю. Очень интересное растение. Это один из разновидностей белых хабанеро. Вот такие вот кустики. А таким вот, сейчас я нырну, покажу вам поближе, как это все дело выглядит. Вот они из разных размеров. Угу. Очень красивый перец, необычный. С него можно делать острые соусы. Вот, смотрите. Вот так вот. Если сфокусировать камеру. Такой красивый перец. Кустики все небольшие. На рассаду высаживать где-то в феврале, в 20-х числах февраля. Ну, так как у него вегетационный период 75-90 дней, он довольно быстро вызревает. Так что сажайте у себя дома такой перчик, и вы всегда будете с острым перцем.